знаете, вот получается таким образом, что мы проанализировали это очень. Когда люди пишут что-то хорошее, они пишут очень неконкретно, нет, хорошо, там, мило и так далее. И вот эти хорошие оценки, они распространяются по территории мира очень много параллельно. Когда люди пишут что-то плохое, во-первых, они очень часто пишут про совершенно конкретное место. То есть все плохие негативные оценки, это не четко фиксированы на территории, и они накапливаются. Вот мы сделали это в августе, в сентябре прошлого года, и если вы помните, были такие события в Гумилёвке, помните, когда были в Астане. Очень мало. Доброе.
происходит в церкви, в пределах третьего кольца. Не говорят об этом. Да. То есть то, что там происходит, скорее всего, мне кажется, просто обычно для них. Ну, короче говоря, это вот отсутствие, как мы считаем, социальной культурной идентичности, которая у них формально не выражена. Она может быть здесь, но она где-то в глубоком смысле. Если такую карту сделать в Нью-Йорку, вы там весь город смотрите вот такими мелкими сообществами, каждый из которых это не знает. Была ли корректировка по этническому населению, ну, например, вокруг станции метро, как армянской ладошки, тульской и так далее? Мы не стали ее публиковать, мы видели эти данные, поскольку они могут быть проданы мобильным операторам по контракту, соответственно, наказание гражданства, и там примерно можно понять, где размещаются диаспоры. И мы не стали публиковать по одной простой причине, потому что мы не очень им поверили. Мы начали сравнивать это с опросами, с реальной статистикой. И у нас что-то не получалось. Слишком большие расхождения. Возможно, из-за того, что существуют там разные тарифы у Мегафона. Например, там у них есть какая-то система социальных тарифов, например, даже в Киргизии. Из-за этого, возможно, просто не очень многочисленные диаспоры киргизов. Тем не менее, число пользователей Мегафона было больше. И мы поняли, что сравнивать таким образом, наверное, не будет правильно. Мы получим точной информации. Если мы получим данные вот остальных мобильных операторов, то это будет уже более точное сравнение. И тогда диаспоры были бы действительно фокусом нашего анализа. Пока мы просто испугались этих дел. Не поверьте нам. Что вы говорите? Пожалуйста, вы можете сделать какой-то
опубликовали этот по заказам Московского международного политического фонда, это широко опубликовано, и мы сейчас пытаемся привлечь максимальное количество заинтересованных партнеров для того, чтобы популярность пользуется огромной, да, просто спрос зачастую не часто сформулирован, то есть, например, там, банкам понятно, что это может быть интересно, как только они начинают давать деньги, они начинают заходить из того, что это задача, которую они могут поставить, не нетрадиционные, а какие-то совершенно новые. И вот, например, анализ физических клиентов банк не мог бы поставить, конечно, такую задачу, потому что если вся их не мог, то данные, например, по кредитным карточкам, мобильным, по оценке внешней стороны людей, находящихся в этой точке, они могут быть определены, и покупать этим реальным временем, вы можете оценить, да, эти данные. Когда стоимость земли, да, есть правила, по которым оценивается ваша стоимость земли. Вот если взять по мобильным людям и описать правила посольства по зонам, то вы обнаружите, что как фондовые на оценке, когда стоимость земли, это будет совершенно потрясающая инновация. Да, если такого нет. Вы можете для умного управления транспортом сделать такую систему, она будет сотни раз дешевле, чем установки камер, там, и так далее. Если речь идет именно о умном интересном движении, а не просто отслеживании другого разговора. Но по рисунку трафика в режиме реального времени, такого рода вещи это можно сделать просто непорядок. Эта информация сейчас существует, обработать, нужно ли какую инфраструктуру, то можно даже центр. И так далее. То есть, конечно, интерес появляется, огромный интерес, да, с сторон, но есть еще очень много задач, которые не будут. Наверное, я должен заканчивать. Большое вам спасибо. Я оставлю все ссылки на видео. Это вот я буду рад вам комментарий. Спасибо большое. Делать и расшарить ему экран.
Thank you.